Наступний вірш називається «Музика». Я його читаю під музику. Знову Ірини Степанової Боровської з Миколаєва. Орган великих звуків і емоцій. Орган вселенної музики журчить. Безкрайність чувств на правильність пропорцій. Послання від Бога так звучить. Вселенское дыхание заходит в душу звуками добра и наполняет смыслом мироздания, вдыхает силу святости божества. Оркестр вселенной жизни — это и звуки. Бывает, жизнь неправильно звучит, она приумножает наши муки, и музыка не льется, боль кричит. И прорезают горестные звуки, вселенную, планету, светлый дом. И ноты перекрашивают блики, разлаживают божий камертон. Стрельба и взрывы, ругань и проклятья, за этим ревом Бог не слышен нам. В итоге убивается зачатие и режет слух бездушный шум. Великие вселенские творения сегодня под прицелом звуков зла. Звучат, увы, не сладостные пения, звучат, увы, не те колокола. Божественные звуки, голос Бога, поет ли в нашем сердце Божий звук? О, музыка, духовная дорога, в дороге этой слышен сердце стук. Желание воспевая, очистить может души, путь и дом. Великие сладостные звуки, гармония всех звуков волшебства. И в жизни сочинившиеся фуги напишутся для жизни торжества.